спасибо большое, что пришли. У нас не помню, чтобы так много гостей было. Мужчины, пожалуйста, помогите нам сейчас расставить скамейки вот вдоль зеркал и станка. И через некоторое время мы накроем стол и начнем кушать. Тинуша Мичка, она в брючки уже переоделась. Она в брючках вон. Мы в очереди. Это потрясающе, это потрясающе. От нас вместе. Вообще. Пока не будем. Давай не будем отвлекаться. Пошли. Походим. Наша самая красивая. Наша звезда. Это какая-то вообще. Язык на плечо. Это очень похоже на правду. Да. Мия говорила, да, если ничего не болит, это значит, вы неправильно выполняете. Молодцы, какие молодцы. Вот захотели и стали заниматься балетом. Сейчас никак мне ничего не да. Очень зрелищный номер китайский вообще. Ирина, какая блуза-то, офигеть. Не уходите, ладно? Не уходим. Нет, мы не уходим. Ты тут, да, занимаешься. Это наш педагог. Это вот, которая балерина настоящая. Лагановского и танцевала много до травмы. И которая строгая. Ольга Михайловна. Чувствуется, да? Что? Чувствуется, да. Сила. Сила и воля. Давай, давай. Мия, давай, вставай, вставай. Огромный вам, девочки, всем поклон. Вы молодцы. Я счастлива, что я с вами встретилась. Ага, давай, давай. Девочки, молодцы. Не душевный и Маргарита. Очень приятно. Тут, наверное, половина зала, твоя группа поддержки пришла. Оказалось, что... А вы из Индии, да? А я из Индии. Проезд. Очень много услышано про вас. Спасибо большое. От Миечки, да? Миечка? Да, рада. Я знаю, что она мечтает поехать обратно в Индию. Обязательно поедет. Я думаю, что у нее все получится. Мы с ней первый раз встретились в Гоа. Я думаю, что все мечты сбываются, особенно в этом году. Ну, это прекрасно вообще, невероятно. На самом деле, ну, многие девочки, конечно, ну, в детстве когда-то, а многие, ну, вот как и я, никогда ничего и вообще, ну, нам быстро спины поставили как-то вот так вот, более-менее. Да, глядя на вас, сразу сейчас на пальцы встаем уже, да. А это Дашенька. Тоже. Алла и Маргарита. Да, очень рада, что вы тоже здесь на этом празднике. Я говорю, как будто иду на утренник к ребенку. Да. Такое ощущение, да, вот садишься, смотришь. А мы
Спасибо вам большое. Спасибо. Это такой приятный, много. Очень нежный. Девочкам, да. Все время Оля говорит, это не только педагоги, которые вообще сподвигло. Да. А мне очень понравилось, и прямо сразу скажу, ваш китайский танец с веерами. Это просто было для меня такое, и сама музыка. Да, вот видите, и сама атмосфера. Я не верила, что вот это все, я как-то думаю, ну надо китайский. Я думаю, что они могут сделать, где поменьше пальцев, где все невыворотно, думаю, китайский. Ну и так, они, о, хорошо, и они сами вешали платье. Они пошли, были, заказали красные пуанты специально. Мне достало дракона, посмотрите, какое чудо вообще. Вот все сложилось, понимаете, это не, это, без них у меня бы не было ничего. Это наоборот, да. Номер потрясающий, действительно, какая-то самоатмосферность, неважно. Музыка большую роль играет. Музыка, я бы хотела как-нибудь попросить у вас эту музыку. Да, я скину вам. Вот Мия, да, а Мия очень понравилась. А так она у нас в группе, Мия. Музыка в группе у нас. Музыка «Хочу китайского танца», потому что она настолько нежная. И все вот это, и краски, и формы, и вера просто, и вот эти движения потрясающие. Спасибо, спасибо. Она мне все время говорила, у тебя спина располагается. Я говорю, это педагогу. Вот, да, коллеги, девочки уже второй год ходят, да. И периодически они получают комплименты от людей, сторонних, которые не заинтересованы. Один там в талии уменьшился, другой выпрямился, третий на балерину стал похож. Вот. Да. Спасибо. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Девочки, можно с вами? Давайте пить шампанское уже. Извините. А когда вы пойдете, ты говоришь, девочки, а мы потом, сейчас чуть-чуть тут общаемся. А нужны визы, да? Нет, ну мы на встречу, на общение. Понятно. Так, я хочу сказать, что спасибо Маргарите, потому что вот эти вот штучки, которые с парадной Маргаритой, мы теперь так называем эту юнок, которые Алла там подрезает, они очень все взошли вообще, да. И они у нас называются кодовым словом с парадной Маргаритой. Плющ этот красивый виноград, да. Так, еще ты меня учила, как вот боль когда, да, ты говоришь, помнишь, это мы скорее ехали, да. И дышать надо, да, в это место? Да, мы когда делаем растяжки, где-то что-то заклинило и больно, Оля всегда говорит, дышите в это место. Оно расслабляется и растягивается. А мы с ней в Карелии так много нагулялись, что потом у меня болела то ли нога, то ли коленка, то ли бедро, не помню. Она говорит, нам в балете говорят, дышите в это место. Я попробовала, и у меня прошло, представляете? Все балерины прям туда направляют дыхание. Оно расслабляется. Вместе с дыханием энергия. Оно расслабляется, и вот как бы легко становится все. Это очень практичный совет еще. Нам вытаскивают сейчас столы. Мы сейчас... Я пойду обмыть. Вы чувствуете себя причастным к богеме? Да, ну самое главное, что... Слушай, я поняла... Как надо смотреть балет? С первого ряда. Дальше. Ну, невероятно. Мне... Нет, ну просто я смотрела с балкона, например, и они маленькие, не видно их эмоций, не и видно ноги. Их глаз, и ноги, да. Это же так тяжело стоять. Представляете, как у них там пальцы бедные. Дашенька, я, в общем, уеду в Индию, ты тут походи тоже на балет с Мией. Нет, это я не смогу так. Пошли посмотрим, какую красоту там как организовали. Фуршетки, где балет. Вы посмотрите, мы в последнее время как с пьедок, с шампанское. Как это богемно. Да, богемно. Не работаем, да, я подбью большинство. Ходим по Мариинкам, на балет, на оперу. Супер, ой, какая она молодец, как она хорошо танцевала. Такая два года трудилась, и это вот первый отчетный концерт. Вот смотрите. Ты поснимала их? Нет, я только, ну, фоточки парочки. Угу. Смотрите, как она ровненько стоит. Да. Угу. Я тоже немножко поснимала. У меня вот эта бабочка-солист села, прям на руки так под... Да, а я заметила, к нам подлетела бабочка, я даже на тебя не обернулась. Я думала, только одна бабочка. Нет, к зрителям. Нет, я так сижу, мне такие два. Слышь, что за знак? Это знак. Мы только говорили про бабочек. Я
Конечно. Девочки, будете? Спасибо. Под жидкости. Там два вида жидкости. Какая там жидкость? Ну, что за вопрос? Ну что, конечно же, шампанское. Конечно. А заметьте, еще даже только обед. Мы уже шампанское пьем. Как там, шампанское на завтрак пьют только аристократы? Или, да, мы аристократы. Вторая аудитория сюда не приходит. Ну что, очень понравилось. Конечно. Мечка, мы так узнали, что всю красоту. Ой, нет, это очень красиво. Мы тебе пришлем фото, нафотографировали. Это вот у вас первый отчетный концерт за 2 года, да? Нет, мы еще делали, как будто бы мы в классе репетили, мы станка стояли, экзерцис такой делали, всякие разные, так, по позициям, так, и вот и все. Очень просто. А на пуанты мы только стали, это очень сложно. Нужен, чтобы подъем был, чтобы веса такого не было, чтобы вот очень, мы только начали. Ты исполнила свою детскую мечту, да? Это у тебя была мечта или ты во взрослости уже? Наверное, я когда-то мечтала, но так как мы жили в Средней Азии и в таком месте, где вообще не было возможности, но на балет я все время, я когда приехала сюда, в Петербург, учиться, и у нас же были бесплатные, так как я в Академии художеств, и балет это было вообще просто вот такое счастье, такая эмоция, я ничего не пропускала, ничего. То есть, по-вашему, студенческому ты ходила по любые миру, в театры бесплатно, да. По-студенческому. И по всему, и в Париже, и в Лондоне, я везде была, выставки были, везде ходили бесплатно. А это до сих пор такая льгота студентам? Я думаю, да, вот студентам-то... Это прекрасно, вообще. Но это обязаловка просто. Девушки, ну, разговоры разговорами, но давайте, да. Можно и выпить, да, пора и выпить. Короческий французский. Благодарю. А ты? Да. Хотим, они сейчас тоже. Хотя мы видели, что пьют. Мы опять пьем. Вот так. Ну что делать, на богема? Терпи. Терпи, казак. Работы нет, зато шампанское. Вот такая жизнь мне очень нравится. Да, мне тоже. Благодаря Миечке. В том числе. Это как в интернетах, там, знаете, тоже такие видосики пошли. Спрашивают, а когда вы все-таки пойдете на работу? И там ответ, а когда я пойду, если я все время не хочу? Да. Да, я стол немножко поснимаю. Ну давай, за искусство, за нашу встречу очередную. Хочется позвать Захара. Слугу, да? Все-таки есть, да, какой-то? Шик и блеск. Ну, спасибо тебе за очередной праздник души, глаз, сердца. Сейчас куда пойдем гулять? Придумаем. В каком-нибудь ресторане. В Таническом саду музыка такая, там живые оркестры, вот в этой зелени. Прекрасно. Можем сходить. Если там нет урагана. А, ну мы свернем в грузинский ресторан или в итальянский. Мы хотели, да, тебя покормить. Спасибо большое. Балерины не должны кушать. Балерины пьют шампанское. И за богему, да? Вы видели, какой лес нас людей делает? Но тут на самом деле очень много взрослых людей просто, но не все пришли, не все смогли, а вот взрослых вот таких. У вас нет ограничения возрастного, да? Таких хоть вот 90-летний человек. Простите, я... А, я только заметила почему-то, что красные пуанты, вот когда она сказала, они так гармонично смотрелись. Выглядело это просто фантастично. Девочки, я было решено, что мне надо шить костюмы из трикотажа, из какого-то. Ничего не могла найти. И вдруг увидела на сайте в Москве ткань, написано «трикотажная». Угу. И они мне прислали, я на свой страх и риск купила, значит, 10 метров.
Они мне прислали, она не тянется. Пришлось прям создавать такие конструкции, поэтому такие это разрезы. Это ты шила да, эти синие платья? За два дня. За два дня сколько платьев? С примерочками. Сколько? Штук. Вот это да. Пуанты мы заказывали в мастерской Возрождения. Там же вот этот стакан делают, в котором стоишь. Вот. Мы пришиваем сами. Гнем пуанты. Я тебе потом покажу. Минечка, спасибо. Дашенька, она ну, как да, конечно, гусары. Гулять-то гулять. Шампанского. Девочки, идите к нам. Что-то сейчас мне скажут. Ну, потрясающе. За два дня сшить такие платья. Я человек говорю, Настя, у тебя, наверное, малыш маленький. Она говорит, одному 18, другому 2 года. 9, а мне услышалось. Я хочу ездить. Потому что я восхищаюсь тобой. Ты ночами не спала. Ты да все спала, для нас спала, я так выпендривалась. Я знаю, как ты спала. Спала, наверное, иногда. Ты не искала ткань, не шила костюмы. И это, на себя взять такую нагрузку, я бы, наверное, никогда не осмелилась, не смогла. Вы меня, потому что Оля и все своим примером, вот как человек ставит танец, по секундам рассчитывается, и вдруг вот, ну, не влиться. И вы такие прекрасные, вы такие, что... все такие вовлеченные. Ты шьешь, Настя делает безумно красивые афиши, открытки. Это так здорово. Да, вы такие здесь, да. Да, да, это так здорово. Это так мотивирует заниматься дальше, вдохновляет на танцы. Спасибо, Настя. За творчество. Спасибо. Спасибо. Ой, за тебя, Мечка. Настя. Ты молодчина. А ты что переоделась-то уже? А я подумала, что надо гостям вот пуанты. Внутри стакан, внутри всякие прокладочки, чтобы стоять. То бишь вы на пуанты не в первый год встали? Нет, я месяц. Ну, так по чуть-чуть, не каждый день. Угу. А Настя, вот не знаю. Ну, я тоже очень мало занималась на пуантах. Ну, давно стою, но я очень мало занималась. Чтобы стоять, надо заниматься очень. Такой нескромный вопрос. Я просто видела фотографии бедных балерин, у которых просто пальцы в синяках. Но это вот правда, сейчас, да? Нет, сейчас там есть такие вкладыши специальные, силиконовые, они смягчают. А вот я в детстве, когда занималась балетом, у нас ничего не было. У нас кровь, у меня постоянно пальцы в крови были, я помню. А сейчас такая прелесть. Раньше, во-первых, они все были одинаковых размеров, ну, стаканчики. Сейчас есть стаканы пошире, поуже, под ногу. Колочь пошире, нога, колочь поуже. Да, ну ты там прогресс все-таки дошел. Да, и до пуанта. Я думаю, как вы стоите. Я смотрю, это же высоко, это же на пальцах. Ну, это еще прыгать на пальцах. Я не знаю. Ну, в общем, раньше это было как-то более болезненно, а сейчас поменьше. Вы втроем. Вы прям на ступень выше встали. Я вот честно вам говорю, да. Вот прям просто вот как-то я же видела предыдущие концерты. Вот лучше все гораздо. Лучше прям хорошо. Да. Мои тоже девочки молодцы. Растете, растете. Спасибо вам за доверие. Спасибо, что вы ходите и любите это дело. Сейчас ходить надо. Нечего. А вот там. Вон там вот. Вот там. Вот, да, вот, 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 да, вот, пить-то пить, да? Гулять-то гулять, хватит. Да. Чокайся со своей учительницей. Спасибо. Ваше здоровье. Спасибо. Ваше здоровье. А костюмы какие? Все, потрясающе. Потрясающе все. Это наши энтузиасты. Мои. Все девочки их поддерживают. Все вместе делают. Один, другой, это четвертый магазин. Там они переписываются. То, это все. Это тоже как у вас. Эту ветку сюда, эту отрезать. Молодцы. Балет. Ты понимаешь, что сегодня балет? Ты мчишься, вот прям в душе, эмоции такие. Ну, в общем, это неотъемлемая стала часть жизни. Героини какие-то прям приползайте на последний день. Маша спит. Маша, я иду.
Не, ну на растяжке хорошо очень. Я очень люблю лягушку. Маша, что делаешь? Рондежан портер. Я очень люблю лягушку. Я на них хорошо. Это классно. Мне тоже нравится. Оля говорит, Маша, повторите, что мы делаем. Чтобы Машу взбодрить. Так. Спасибо большое, Мия, спасибо вам. И вам спасибо. Я вот только что про вас говорила. Бог послал Мию. Да. Спасибо, ребята. Вы мое вдохновение, любовь, творчество, эмоции. Ну, даже во сне вы ко мне приходите. Что ты? Я бы так не стала, да. Чтобы приходите во сне. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Да, Мия, пока ты собирала букеты, она столько хороших слов про тебя сказала, да, честно говоря. Да, потом расскажете. А девочки мне подарили конфеты вообще.